Бюро находок ищет. Документы на имя Гусамова Ильнара Зуфаровича утеряны 18 августа, обещанного вознаграждения. Сотовый телефон iPhone 4 черного цвета утерян 11 августа на красном ключе, обещанного вознаграждения. Пенсионное удостоверение проездной на имя Мельникова Евгения Александровны утеряны 14 августа в районе остановки Дом быта. Документы на имя Гелимханова Альберта Хамбаловича утеряны 13 августа, возможно, в районе магазина «Спортмастер» Памира, обещанного вознаграждения. Документы на имя Жилонкина Дмитрия Валерьевича утеряны 12 августа в районе Химиков 102, обещанного вознаграждения. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням. Бюро находок имеется. Паспорт на имя Минеевой Татьяны Анатольевны. Зеленая сумочка с пенсионным удостоверением и банковской картой на имя Парыгина Германа Михайловича. Ключи от автомобиля Volkswagen, найден 11 августа в районе Вахитова 8/14. Трудовая книжка на имя Романова Михаила Николаевича.